Богат ли я по мысли простецов, кому взаймы давал лишь до получки? Кого нуждой по кочкам растрясло, тот просьбами занять нещадно мучил. Конечно, беден я и вся моя семья, но никому ничем пока не должен. Не дал себя нужде подсечь, поднять и не капитулировал, нам это и негоже. Умение малым обойтись своим, считая экономией привычкой, а от нас зависит, долго ли мы спим и сколько тратим на себя мы лично. Богат ли я, спросите и у друзей, кому мой дом стал станом в одночасье? Тех пилигримов, что сумел презреть объятиями, кого душил в несчастье. Богат ли я, как вам выдадут враги, завистники, укрывшие мой статус? Пусть я не Авраам, а Ибрагим. Зачем же лепитесь ко мне, творите пакость? Мне щедрость от небесного Отца. Плотской отец и мать приноровили. От жаждущих занять не отвращать лица. Под видом их не раз влезал грабитель. Богатый несусветно, несуразно, при щедростью, желанием поделиться. Со мной навечили благословенный Агнец, библейские евангельские лица. Богатства неисчетные на полках, в них откровение, видение и знания. По всем знатнейшим вел библейскую прополку во свете Библии с открытым оком в храме. О, как разбогател, ограблен быв! В огне сгоревшей умножилось стократно, по водам дальним пущенных рябы, и даже тем, кто стал врагом из брата. 22 июня 2006 года.